в одиночку смог увести шхуну? Ловкий ход, капитан. Как и отнять мой брик у того идиота? Братья, я ваш должник. Этот проныра и два месяца не продержал твой корабль, как приполз в Нассау. За королевским помилованием. Ну так пришлось. Этот Роджерс повис на мне, как пес. Помолчи, Рэкхэм. Что теперь? Как прежде в погоню за богатством? Да, и я близко. Говорят, мудрец отплывает из Кингстона на корабле принцесса. Твой бы талант да во благо, Кенуэй. Ищи мудреца с нами. Не по душе мне это ваша мистика, Мэри. Хочу лучшей жизни. Легкой. Честно, мне дано легкой жизни, Эдвард. Поверь мне, от нее одни лишь только беды. Так, Рэкхэм, пора в отставку. И по ветру! Марсели, бомбрамсели! Activated. 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 I still have several days to get up. Deactivated. Ну что, Аде? Этот бандит из африканской компании. Повтори ему все. Я не видел принцессу больше двух месяцев. Значит, скоро вернется. Что еще? Я думал, этот из тех,
что спрашивали про принцессу сегодня утром. Вот и сказал. Каких тех? Был важный моряк в лохмотьях. И господин со шрамом здесь. Где они теперь? Где-то неподалеку, вроде бы. Я устал гоняться за твоими мечтами, Эдвард. Команда тоже. Подожди, друг, мы уже близко. Activated. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Торос говорит, без крови обсерватория не будет работать как надо. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить за Георга, ему понадобится капля крови с крови. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Торрес намерен шпионить и за мной? Я только что отдал ему свою кровь. Я тоже капитан Хорнбелл. И все тамплиеры. Меры предосторожности. И залог доверия, полагаю. Да, не бойтесь. Образцы направили в надежное убежище, в Рио-де-Жанейро. Мы не станем первыми подопытными, уверяю вас. Да, сэр. Полагаю, это скромная цена за все то, что я получил от тамплиеров взамен. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Полагаю, сработало мое обаяние. Насилие, угрозы, бескрайние меры. На Мадагаскаре я поставил их перед выбором. Либо вернуться в Англию нищими, но свободными, либо быть повешенными. Так же, как на Насау. Именно так. Жаль, коммодор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Злорадство вам не к лицу, Роджерс. Заслуженный триумф, не так ли? Лучше не нарвайтесь! За помойка держишь, а? А ну, подойди! А, так и хочется пустить кровь в канаве! Let's go.
Приветствую, магистр. Буэнос ночес. Что узнали? Пираты захватили принцессу 6 недель назад. Насколько мы знаем, мудрец Робертс был на борту. Хорошо. Уже кое-что. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорниголд отправил своих лучших людей на поиски мудреца. Хм. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой гадкой системы. В чем разница между порабощением всех и немногих? Наша цель — изменить ход развития цивилизации. Ведь так? Покорение тела ведет к бунту разума. Но поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Вы правы, магистр. Точнее, где в Африке надо искать? В принципе, сэр, это островок. Отправили лучших людей. Берджеса и Кокрана. Верных каперов на быстрых кораблях, к тому же. Эдвард Кенуэй! Представь, как я был удивлен, увидев здесь твою галку! Услышал все, что хотел знать! Помчишься спасать мудреца из наших когтей? Чтоб ты сдох, ренегат! Ты нас всех продал! Ибо я нашел лучший путь, где есть порядок, строгость, правила. Но куда тебе до таких тонкостей? Прощай, мой друг. Ты был солдатом, когда сражался за истину, не только ради выгоды.
водичка? Что, хороша водичка? Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер. Мы плывем к берегам Африки. Убавить паруса от бури! Шевелись! Убрать гроты! Поймать ветер! Приводим... Чтоб каждый парус наполнился ветром! Висели поднять! Ловим шквал! Спустить промселя и бомбромселя! Убавить лиселя! Мы все ближе, капитан. Трави! Трави! Я на поиске Робертса. Не задерживайся, команда ждать не станет. Капитан в воде! Activated.
Activated. Activated. Activated. Капитан Кенвей. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. Видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. И я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды? Отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же. Activated. 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 Thank you.
Activated. 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 Activated.
Activated. Activated. Deactivated. Activated. Activated. Берите, что сможете унести. Ждать не будем. Deactivated. Deactivated. Ты помог нам, Кенвей. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Activated. Эгоист и дурак. Хорнигольд был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенвей. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры. Наша семья. А где твоя? Доступное изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Ха! Да, я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И, признаюсь, убеждения стали так сильны, что и
яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Га! Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже! Ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца. К западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ.